Всем привет, друзья! Продолжаем играть в Star Wars, уже хотел сказать, в Вовку. Так, нифига себе, он меня ждал. Дробранд меня ждал. Респект ему за это. Тут недавно сервак перезагружали, я еще и вылетел. Пропатчить игру надо было. Такие дела. Так, я по-прежнему играю на ноуте. Вот. Взял несколько заданий. Я их почитаю, когда полетим их выполнять. Я уже записывал, но я не буду выкладывать там коротенькое, на минут 6 получилась фигня. Видосик, незачем его выкладывать. Добро пожаловать в прибежище, Арибор. Тебе нечего здесь бояться, мы сломленные, но мы тебе не враги. Я Икути из Куранай, из группы сломленных, желающих возобновить отношения с нашими братьями Дернеями и их новыми союзниками. Властитель кровавых, кровавый кулак. Основа любого огрского племени – это его вождь. Лишившись вождя, клан Ангарош распадется, и огры примутся драться между собой, выясняя, кто теперь будет главный. Хотя здесь немало разных огров, их основные силы сосредоточены в крепости Ангарош на северо-западе. Крепость предоставляет собой пещеру, представляет собой пещеру на небольшом островке, на который с болота можно попасть по стволу поваленного гриба. Ступай туда и отдалей властителя кровавого кулака. Иди с миром. Окей, так, еще у нас вон заданец там есть. Давайте его забирать. Нельзя забывать. Воспоминания об этом храме застилают мой разум густым туманом, но я не могу собрать их в связанный рассказ. Это место некогда что-то значило для меня. Пока я не восстановлю эти воспоминания, буду чувствовать, как будто часть меня отсутствует. Может быть, Дерней помогут мне вернуть то, что я утратил. Давайте, короче, просто брать задания. И по пути, выполняя их, будем читать. Удачи тебе. Потому что не хочу затягивать полсерии. Так, куда летим? Шкура болотного твердозуба. Это, я так понимаю, где-то в подземелье, что ли? Властитель кровавый кулак убита. Пойдем вот сюда убивать извергов из клана Ангарош и властителя их вождя. Самое то, что нужно. Так, я немного приболел, сказал я это или нет. У меня немножко память отшибает из-за температуры. Ой, это уже который раз. В прошлом месяце я тоже болел. Зима проклятая. Мороза. Люблю зиму только в Новый год. А потом ненавижу. Так. Дробранд писал мне, что он хочет мне помочь. Так. Сделать лидером. Приглашай. Так, дальше летим. Они на каком-то острове. Не могу пригласить члена другой группы. Меня кто-то пытается пригласить, что ли? Не совсем понял. А, понял. Ой, блин. Сейчас пригласим этого парня. ДК. Так. Где-то здесь. Вот они, огры. Да слезь ты с лошади. Сначала нужно
Так, где музыка? Без музыки скучновато. Вот так. Пожиратели. Не достаю. Слишком далеко. Как они здесь вообще смогли поселиться? Они что, летать умеют? Денежку возьму. Вождь, наверное, там. В том домике. Ох, как хорошо, что мне помогают. Так гораздо быстрее. Властитель кровавый кулак, вот он. Штонцики. Херовые штонцики, не буду их брать. ДК. Так, где-то там, может, есть. С одной тычки убил. Красавчик. Тут еще пещера какая-то, нифига себе. А что за пещера? Пошли посмотрим. Что у нас тут? Темные маги какие-то. Но их нам не велели убивать. Темные маги. Так, ну вот, изверг. Хорош, еще одного изверга. Темный маг. Малдруг воздаятель. Не совсем понял, а почему нам на него не дали задание. На этого малдруга, может, еще дадут. Так, дайте скажу. А, ты мне 100 голды даешь? Так. Надо еще одного изверга убить. И можно будет сдавать. Я сегодня, кстати, запишу еще Stellaris, наверное. Я надеюсь, пойдет на ноуте. На стриме не пошло. Но надеюсь, на ноуте пойдет. Так, давайте-ка сядем. Драбрант, еще 100 голды. Thank you.
Спасибо огромное. Хотя мог бы и не донатить, на самом деле. Но мне лишние деньги не помешают. Ты уже в нем. Буду я видосик, конечно, будешь. Так, нужно изверг. Вот. Все, можно сваливать отсюда. Так, куда дальше? Яд болотного паразита. Глаз параската. Жутик клешень. Пойдем убивать жутик клешня. Это у нас путешествие по землям, захваченными нагами. Я увидел, как обходится там с моими собратьями, которым повезло меньше моего. На юго-западе озеро болотных огоньков. Решил заспамить меня голдой. Спасибо. Спасибо тебе, дорог брат. Ну ты даешь. Так, задание. Болотных огоньков. Я наблюдал, как один особенно жесткий десятник играет в жуткую игру. Он отправляет своих рабов на острова, когда знает, что жутик клешень, гигантский крабер, вышел на охоту. Я не стану описывать, чем заканчиваются эти игры. Нас слишком мало, чтобы напасть на наг, но мы, по крайней мере, можем лишить их любимой забавы, убив их страшного питомца. Окей. Полетели питомца убивать. Это где-то там. ДКДК. ДКДКД. А почему такой ник? Можешь написать в комментариях, почему у тебя такой ник? Лень было придумывать. А то очень тяжело читать. ДКДКД. КДДКД. Так, у меня, кстати, левел будет, да? Сейчас дадим задание, сейчас еще одно выполним. И у меня будет левел. Так, ну далеко лететь, ё-моё, чё так далеко-то? За мной, хлопцы! Это моя бригада. Мои помощники. Как хорошо быть ютубером, а? Летсплейщиком, стримером. Тебе всегда кто-нибудь помогает. Не, конечно, есть стрим-снайперы. Помню, на стримах меня часто убивали, засранцы. Так, мы уже прилетели, ё-моё. Вот он. Жутик леш. Все, готов. Куды дальше? Яд болотного паразита. Пойдем яд болотного паразита выбивать. Я, наверное, скоро уже двинусь в следующую локацию. Сейчас постараюсь сделать все квесты необходимые. Болотный паразит, вот он. Так, яд не выпал. И... Так, это мне не надо. За мной! Слишком далеко. Нужно подойти ближе. Парень не падает. Так, там дропа не было? Не было. Заклинания багнулись.
Бывает так. Где паразиты эти болотные? Где их искать? Блин, лагает. Вы наверняка видите, как у меня сейчас при повороте камеры наступал пиздец полный. О, что это на мне повесили? Баф какой-то. Да чё дроп с них не падает? Я такие задания не люблю. Вот эти рандомные мерцающие острожал. Так, это. Так, ё-моё. Там же был один. Он что, только один? Мерцающий острожал. Болотный паразит. Может, они где-то в болоте? Полетели сдавать. Тут. А это что? Болотный терзатель убито. Так. Пошли болотного терзателя убьем. Если там нормально будет убиваться, то сделаем. Если то же самое, что с этими болотными паразитами, ты пойди еще их найди. И не факт, что дроп выпадет. О, во, болотный паразит, подождите. Кинжал, кому нужен? Выглядит, в принципе, неплохо. Возьму. О, еще болотный паразит. Но с них дроп очень слабо падает. Да. Болотный терзатель, это вот эти, да? Болотоброд. Болотный терзатель. А, все, нашел. А, просто убить, хорошо. Просто убить. Здесь их маловато, конечно, наверное. Вон еще один. Даже два. Так, там есть локация где-то побольше, рядышком. Так, болотный... Херопупик болотный. А чё? О! Прокачусь-ка я на маунте. О, нашли. Так, чё там ещё есть? О, вдали есть. Ну, можете убивать и этих. В принципе. О, ПВП! ПВП или зассал. Куда? Как его застанет-то? Братан, давай драться. Со мной. Ну как-то не самое.
Не самое получилось не очень хорошо, на самом деле. Они начали его бить. А я забыл еще вывести на панель свое притягивающее. А, не, вот оно. Хватка смерти. Хера я его сюда поставил. Блин, ну пофиг, ладно. Убили так убили. It's PvP. За Альянс. Орда сосед. Тем более он мешает мне тут фармить, понимаешь. Это заклинание еще не готово. Так, вон еще один. Так, не, то не надо, еще два. А прикиньте, сейчас он помощь приведет. Приведет, так сказать, подкрепление. Вот будет весело. Вон последний. Так, все. Теперь точно левел лапнется. Стопудняк. Пойду еще гляну вот здесь. Шкура болотного твердозуба. А это, наверное, все-таки в подземелье, так что ладно, пофиг. Не буду проверять. Очевидно, что в подземелье оказывается как раз на вход в данжи местное. Так, ну что ж, я думаю, сейчас уже будем завершать потихоньку, но я сначала пойду в новую локацию залечу куда-нибудь. Я помню, меня еще в прошлой серии отправили куда-то кому-то с посланием. Надо понять, куда именно. Что? Властитель Кровавый Кулак. Наконец-то мы благодарим тебя за помощь. Благодаря тебе наше положение упрочилось. Я пошлю весть о твоих деяниях в Куринайский город Телаар в Награнде. У наших народов еще не раз будет случай сражаться плечом к плечу. Так, плащик. Плащик. Уровень предмета 96, 88, 70. Если на персонажа увеличивает силу заклинаний на 26, увеличивает силу на 104, на 27. Увеличивает силу заклинаний. Ну, вот это вот возьмем. Рома. Так. Не апнули, нужно еще сдать. Линии связи. Отличные новости. Конечно, до полной безопасности здешних дорогам пока далеко, однако же наши посланцы умны и находчивы. Топор. Топор. Да, ерунда все это. Вот возьмем эту хрень. Ну, апни левел, плиз. Блин. Благодарю тебя, облезлыш. Быть может, в один прекрасный день с помощью дрнеев это болото освободится от наг. Просто представить не могу, каково это быть вынужденным служить им. Макту тоже когда-то был рабом. Он не любит об этом говорить. Так, кольчуга, латы. Ладно. Увидимся. Не хватило. Ой, не хватило немного. Так. Шкура, глаз. Поговорите с наблюдательницей Лисао у кинарийского караульного поста в Зангардопе. Это вот это. Вернитесь к землепряду Галандрии. Ночной бриз. А, так. Ясно. Значит, все. Покидаем эту локацию.
улетаем отсюда навсегда. Наконец-то новая локация. И это будет на Гранд. Жаль, конечно, компания, только я бы хотел насладиться графикой местной флоры и фауны. Ой. Перезагрузка через 5 минут. Так, ну хотя бы до Награнда долететь. Плюс. Аук чинит. Аукцион чинит? А, аукцион сломался. Бывает, что поделаешь. Ну, мы успели там задание повыполнять. К сожалению, левел не апнулся, потому что, во-первых, сегодня не выходные, нету бонусов. И, во-вторых, я даже за сервер не проголосовал. Забыл про это вообще. И баночку даже не купил на опыт. Ну ладно, пофиг. На этом персонаже я все равно особо не тороплюсь. Хотя он уже, походу, перерос моего гнилушку. Так, это где-то тут. А, вон. Ну, сдадим задание. Чем могу помочь? Ох, не обращайте внимания на малыша, он вас не тронет, просто иногда любит потащить коготки. Он ведь как большой котенок. Правда, малыш? Да, конечно, ты мой сладенький, ты мой малышок. Мамочки на радость. Так, наблюдатель Телесау, почему ты здесь? Все сущее в природе объединено и связано. Это называется экология. Нет, я не буду после перезагрузки, извини. Да. Твою мать. Так. Что привело тебя сюда? Так, я не дочитал. Если мы будем достаточно осторожны, чтобы не нарушить эту систему и ограничимся наблюдением, нам, возможно, удастся воссоздать сложные взаимоотношения между окружающими нас живыми существами. А постигнув их, мы сможем сделать так, чтобы все эти существа жили в гармонии. Стоит лишь вмешаться в ход вещей, не обладая знанием, и беды не миновать. Я прибыла сюда наблюдать за сложными взаимоотношениями с паралингов и болотников. Береги себя. Ладно, наблюдатель Лисао. Он замечательно, наконец-то хоть какая-то помощь. У меня так много дел, а я вынуждена сидеть здесь, чтобы организовать работу. Надеюсь, ты не боишься грязной работы. Так, ладно. Удачи. Это задание уже возьмем в следующей серии. Вот, ребятки, я буду с вами прощаться. Сейчас сервер через пару минут уже уходит на перезагрузку. В Награнд мы так и не попали, мы на полпути застряли. Так, чего? Чего? Кто-то что-то хотел скинуть. Давай, скидывай. Ну ладно, не хочешь. Так, ладно. Всем спасибо, друзья. Спасибо Дробранту и ДКДКД, блин. Тебе тоже спасибо, дружище, за помощь. И вам за то, что смотрели и ставили лайки и комментировали. Тоже спасибо. Всем пока.